И не важна форма любви, важен дух человека, поднявшийся в высоту самоотвержения и пролитый в труд дня. Не всем дано петь свою песню любви. Кто-то должен петь ее для других людей. И не соки тела и земных благ питают дух творящего. Только проникая вот всей душой, да, я бы так сказала, проникая в великую тайну любви, можно постичь человеку все тайны бытия. Можно раскрыться в этом потенциале безусловной любви и самореализоваться полностью.